I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. 18 ноября 2004 года в онлайн-дневнике Моя дрянная жизнь, взгляд сумасшедшего изнутри 16-летней девочке из маленького городка в штате Аляска появилась заметка: Просто хочу, чтобы все знали. Мою мать убили. У меня не будет доступа к компьютеру примерно до выходных, потому что полиция забрала его, чтобы проверить жесткий диск. Я благодарю всех за мысли обо мне и электронные письма. Надеюсь, поговорить с вами, когда верну свой компьютер. Пользователи, как друзья, так и незнакомцы, разместили под этим постом более 5000 комментариев, а дело об убийстве женщины по имени Лори Уотерман привлекло внимание общественности даже за пределами штата. Рэйчел и ее семья Карл Док Уотерман встретил свою будущую жену Лори в Юте, затем они вместе переехали на Аляску. Крейги Карл стал агентом по недвижимости, и президентом школьного совета, а Лори – помощницей учителя. Женщина также была волонтером в церкви и состояла в нескольких местных сообществах. Пара воспитывала двоих детей – сына Джеффри и дочь Рэйчел. Рэйчел родилась 26 августа 1988 года в 2004 году ей было 16 лет. Девушка училась в школе, пела в хоре, играла в волейбол и занималась десятиборьем. Рэйчел успешно училась, а также проявляла интерес к актерскому мастерству, компьютерам, кино и музыке. Однако ей было недостаточно общественного театра, школьного волейбола и оркестра, она считала, что оказалась в ловушке небольшого городка. «Я живу в самом отстойном месте на Земле, в дерьмовой дыре на Аляске», — говорила девушка. Сегодня трудно найти подростка, который не ведет блог или не пользуется социальными сетями, но в 2004 году это увлечение было еще диковинным. Рэйчел создала учетную запись на платформе Life Journal и дала своему блогу название «Моя дрянная жизнь. Взгляд сумасшедшего изнутри». В нем девушка начала делиться с миром своими проблемами, связанными с парнями и родительскими отношениями, сплетнями о друзьях и экспериментами со своим внешним видом. Большая часть болтовни и разглагольствований в блоге – это типичные вещи для девочек-подростков, проанализировала содержимое дневника исполнительный редактор People Кейт Коин. Но если вы присмотритесь, Кажется, что поток гнева, возможно, выходит за рамки стандартных подростковых мыслей. Так, например, Рэйчел упоминала об оккультизме и описывала пентаграмму, которую выжгла у себя на коже раскаленной скрепкой. 24 февраля 2004 года Рэйчел написала «Разве вы не ненавидите, когда мелкие кусочки дерьма накапливаются до такой степени, что вы уже находитесь на пределе и хочется просто кричать и плакать одновременно. Я сама не знаю, чего хочу, убить кого-то или свернуться в позе эмбриона под одеялом и пролежать так пару дней. В любом случае, я нехорошая. 6 апреля она охарактеризовала свое настроение как злое и сделала заметку. У меня была плохая ночь и плохой день. Это мое предупреждение всем вам, если вы меня разозлите, вы умрете. У девушки были напряженные отношения с матерью, которую она называла женской родительской единицей. Однажды Лори посадила Рэйчел под домашний арест за то, что та набрала 89% баллов в тесте. Девушка описала свои эмоции в блоге. «Ну, я наказана. Мать напала на меня, как психованная сука, и выгнала. Мне даже пришлось лететь вниз по лестнице. Я пошла ночевать к знакомым. Тогда она испугалась и захотела, чтобы я вернулась домой». Рэйчел отмечала, что мать критически относилась к ее весу. Какое-то время девушка одевалась во все черное, и она даже для выпускного вечера выбрала черное бархатное платье. Лори сказала, что дочь вряд ли сможет его натянуть. После того, как Рэйчел узнала, что мать планирует отправить ее в лагерь для снижения веса, она написала «Моя мама наконец вернула мне право на еду, но хочет отправить меня этим летом в лагерь для жирных». Я думаю, это довольно смешно. То есть я согласна, что я коренастая, но если она направит меня туда, и я превращусь в худенькую девочку, я сяду на шею. В целом, это забавно. Глупая мать. Убийство Вечером 13 ноября 2004 года Лори Уотерман осталась дома одна. Ее старший сын Джеффри учился в колледже в Такоме. Рэйчел отправилась на школьные соревнования по волейболу в Анкоридж, а муж Карл уехал по делам в Джуно. Женщина только вернулась с волонтерской работы в торговой палате и с нетерпением ждала возможности отдохнуть. Однако еще до наступления утра Лори связали, затолкали в автомобиль, убили и сожгли. Когда в воскресенье дочь и муж женщины вернулись домой, Лори там не было. Единственной необычной вещью, которую обнаружили Уотерманы, была пустая бутылка вина. Родные знали, что женщина не пила, и потому были удивлены этой находкой. Карл поговорил с соседом и другом Доном Пирсом и узнал, что его жена пропустила церковную службу. Пирс рассказывал. Он позвонил около трех часов дня и спросил, была ли Лори у нас дома. Лори была не из тех, кто пропадает. Она всегда предупреждала людей о своих планах. Семья ждала возвращения женщины, но она все не появлялась. В отчаянии Карл позвонил в полицию и сообщил о пропаже жены. На следующий день... Рэйчел пошла в школу и рассказала друзьям, что ее мать погибла в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько часов после этого Тело Лори было найдено. Дон Пирс работал преподавателем в средней школе, он вспоминал: Мне позвонили и попросили отвезти Рэйчел домой. Она была вся в слезах. Девочка раскачивалась взад и вперед на пассажирском сиденье моего автомобиля и повторяла: Радуйся, Дева Мария. Мы даже еще не были уверены, что найденное тело это Лори, но Рэйчел была сама не своя, ее мир рушился. 14 ноября Роберт Клаус пришел на работу в полицейский участок в Крейге. Спустя некоторое время ему позвонил охотник и сообщил, что на отдаленной лесозаготовительной работе Forest Service Road 3012 он нашел горящий фургон. Клаус приехал на место происшествия, когда машина еще тлела. На заднем сидении автомобиля он обнаружил труп. Останки были почти полностью уничтожены огнем, рассказал Клаус. Поначалу все выглядело как несчастный случай, но после внимательного осмотра места происшествия полицейский убедился, что машина не попадала в аварию а ее подожгли намеренно. Пожар явно был устроен кем-то, это не было несчастным случаем в какой-либо форме, это было убийство, заключил он. Клаус всю ночь находился на месте преступления, чтобы убедиться, что тело не потревожит животные. На помощь вызвали детективов из Анкориджа. Прибывшая группа отправила тело на вскрытие. Стоматологические записи подтвердили, что жертвой была Лори Уотерман. Автомобиль, в котором нашли труп, тоже отправили на экспертизу. Следователи посетили дом жертвы, чтобы отыскать возможные улики. Детективы заметили, что одежда, в которой Лори ужинала в торговой палате, была дома, как и фотографии с мероприятия. Значит, женщина успела побывать здесь до того, как ее убили. Во время обыска в доме нашли кончик резиновой перчатки и волокна синтетической веревки в спальне, а также следы на подоконнике. Значит, кто-то вломился внутрь. Первые подозреваемые. Сперва следователи сосредоточили внимание на муже убитой. Ходили слухи, что у него были романы на стороне. Несмотря на то, что у Дока было безупречное алиби, детективы подозревали его в причастности к делу. Возможно, он нанял кого-то для совершения преступления. Впрочем, после проверки его финансов и записей телефонных операторов, мужчину перестали рассматривать как возможного заказчика убийства. Затем полицейские решили присмотреться к дочери погибшей. Я знал, что за последний год Рэйчел резко изменилась, как внешне, так и по поведению. Она начала общаться с опасными парнями, Джейсоном Арантом и Брайаном Радделем», рассказал Клаус, который знал семью Уотерман. Брайан Радл. Когда Рэйчел летом устроилась на подработку в компьютерный магазин, она познакомилась с его владельцем, Раделем. Они подружились, вместе играли в компьютерные игры, а затем какое-то время встречались. На момент отношений Рэйчел было около 15 лет, а ее парню – 23 года. Дон Пирс говорил о Раделе, «Этот парень меня пугал, у него был такой взгляд, который заставлял меня поверить, что с ним что-то не так. Разница в возрасте беспокоила родителей девушки, и они заставили дочь разорвать эти отношения. Она сделала это, но не раньше, чем познакомилась с Джейсоном Арантом, давним другом Брайана. Джейсон Алан Арант Джейсон Арант на момент знакомства с Рэйчел работал уборщиком в средней школе и жил в подвале дома своей матери. Для девочек-подростков из Крейга не было ничего необычного в том, чтобы встречаться с 20-летними парнями. Никто не смотрел на Рэйчел и Джейсона Коса, однако родители девочки, которые возлагали на нее большие надежды, не одобряли эти отношения. Неудивительно, что Лори была не в восторге от того, что он стал парнем ее дочери. Человек, который почти на 10 лет старше и не имеет никаких целей в своей жизни, отмечала Кейт Коин. Родительского запрета было недостаточно, чтобы разлучить молодых людей. При каждой возможности Рэйчел встречалась с Джейсоном в книжном магазине, пиццерии и других общественных местах. Джейсон, по воспоминаниям свидетелей, вел себя с Рэйчел как влюбленный щенок и внимал каждое ее слово. Девушка рассказывала ему историю о том, как плохо и жестоко мать обращается с ней. Парень понимал, что ему повезло заполучить такую умную, красивую девушку, поэтому он был готов на все, чтобы удержать ее. Допросы подозреваемых. Полиция поговорила с соседями Уотерманов, сыном убитой женщины, учителями Рэйчел и ее одноклассниками. Следователям не терпелось допросить и саму Рэйчел, потому что они обнаружили ее блог и последняя запись, их удивило. Просто, чтобы все знали, мою мать убили. У меня не будет доступа к компьютеру примерно до выходных, потому что полиция забрала жесткий диск, чтобы проверить его. Детективы не понимали, почему юная девушка... Только что потерявшая мать оставила такое равнодушное, лишенное намека на скорбь послания. Клаус решил допросить обоих парней. Арант утверждал, что он всю ночь тусовался с Раделем, и они пересматривали принцессу невесту. Его друг сказал, что он действительно провел выходные с Арантом, но спать вернулся к себе домой истории не совпадали. На следующее утро Аренд позвонил в полицейский участок и заявил, что на стоянке на него напал мужчина в черном капюшоне, который посоветовал ему держаться подальше от Рэйчел. Никто больше не видел этого человека. У Арента на горле было что-то похожее на царапину, нанесенную им самим, объяснил Клаус. Следователи снова вызвали Аронта на допрос и сказали, что, по их мнению, нападение на него было выдуманным и что именно он стоит за убийством Уотерман. Наконец, молодой человек сломался. Он признался, что Радл убил женщину, но сделал он это потому, что Лори постоянно подвергала Рэйчел физическому насилию. Сам Аренд просто был водителем и не участвовал в убийстве. Парень согласился надеть звукозаписывающее устройство, чтобы доказать свои слова. По заявлениям властей, Радл сделал некоторые признания в убийстве Лори, и они не смогли записать это. Вызванному на допрос Радлу полицейские объяснили, что у них есть его собственное признание, полученное с помощью прослушки. Брайан согласился с обвинением в убийстве, Однако он настаивал на том, что Аранд был замешан в деле гораздо больше, чем пытался изобразить. Радл рассказал, как произошло убийство. Он ворвался в дом Уотерманов и связал Лори веревкой. Парень заставил женщину выпить бутылку вина, чтобы она опьянела. Затем он усадил Лори на заднее сиденье ее фиолетового минивена. Приехав в глухое место, Радл вытащил женщину из машины и попытался сломать ей шею, чтобы сымитировать автомобильную аварию. Однако это ему не удалось, поэтому Брайан задушил Лори и велел Джейсону ехать в другое место. Ближе к рассвету они остановились на Ухабистой и редко посещаемой дороге, вышли из машины и подожгли ее. Брайан Раддл был арестован 18 ноября 2004 года и обвинен в убийстве. Ааронта вызвали на повторный допрос и в конце концов... Он признал свою причастность. Когда его спросили, какое отношение имеет к делу Рэйчел, парень признал, что именно она попросила его убить Лори. Когда Джейсон предложил это Брайану, тот ответил, конечно, почему бы и нет. Девушка сообщила Радулу и Аренту, когда мать останется дома одна, и сказала, что это подходящее время для осуществления их плана. Рэйчел доставили на допрос и проинформировали о ее правах, но она согласилась поговорить без присутствия ее отца и адвоката во время допроса она заявила что не поощряла своих друзей к убийству ее матери я помню как сказала нет не делайте этого следователь заметил что она должно быть не слишком протестовала против их плана на что рэйчел саркастически ответила ну возможно мне вообще не следовало участвовать в дебатах девушка попыталась выставить себя жертвой домашнего насилия она вспомнила что как однажды мать ударила ее безбольной битой, а также столкнулась с лестницей и угрожала ножом. Рэйчел утверждала, что когда ей было 13 лет, она рассказала матери, что ее изнасиловали. Лори не поверила дочери, решив, что это всего лишь одно из ее диких оправданий нарушения комендантского часа. Официально семья никогда не заявляла об этом инциденте. Родственники утверждали, что женщина никогда бы не причинила вреда своей дочери. Брат Лори, Дон Мартелли, заявил, «Она придумывает всякую всячину, чтобы привлечь внимание. И это та часть, которая беспокоит меня больше всего, поскольку я знаю свою сестру. Я знаю, что она делала для своей семьи». «Я знаю, что она любящий человек». Рэйчел на допросе отмечала, что ее мать, которую все уважают, оскорбляла ее только наедине. Люди думают, что моя мама никогда не выходит из себя. Наверное, они думают, что она никогда не ругается или что-то в этом роде. Но знаете, за закрытыми дверями происходят и другие вещи. Даже опытным следователям было трудно разобраться, преувеличивает ли девушка типичные ссоры между матерью и подрастающей дочерью. Или же действительно происходило что-то серьезное. Рэйчел упоминала не только эпизод с лестницей и бейсбольной битой. Она говорила, что Лори угрожала продать ее в сексуальное рабство. «Моя мама очень злилась на меня. У них было мало денег, и она говорила, что в качестве наказания продаст меня». Рэйчел признавалась, что понимала, никто не поверит ее рассказам о жестоком обращении. Никто, кроме Брайана и Джейсона. Именно Джейсон, по словам девушки, первым предложил решение проблемы. «Я просто сказала, Иногда мне хочется, чтобы моей матери здесь не было, она причиняет мне столько боли, но я не думала, что у них хватит на это смелости. Я имею в виду, как можно остановить людей, которые хотят тебя защитить. Я была уверена, худшее, что они смогут сделать, это поговорить с ней. Сержант Макферрон, один из проводивших допрос офицеров, поинтересовался понедельник, до того, как тело было опознано, вы сказали своим друзьям, что «ваша мама, вероятно, погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в нетрезвом виде». Рэйчел ответила «Я так и предполагала. Так они вам сказали». «Такой был план», — возразил Макферрон. В конце концов, Рэйчел под давлением фактов и показаний ее сообщников призналась во всем и согласилась, что описываемое ей насилие матери во многом было ложью. Она произнесла. Потом они... Это была та идея начала обсуждаться, убийство. И вы знаете, я просто... Я ничего не говорила, я много слушала, потому что не знала, что делать. И так мы это обсудили, и я сказала, ну, давайте сделаем это. В конце допроса девушка расплакалась, говоря, вся моя семья будет меня ненавидеть. Рэйчел Уотерман и Джейсон Аренд были арестованы 19 ноября 2004 года. Им было предъявлено обвинение по 10 пунктам, включая сговор с целью совершения убийства, похищение человека, кражу со взломом, убийство первой степени. Родственники девушки были потрясены этой новостью. Дина Кейт, тетя Рэйчел, говорила, «Я ничего не поняла и была в замешательстве, меня начало трясти. Я так сильно плакала, что меня трясло». Дон Пирс был с отцом Рэйчел, когда они услышали эту новость. Он сказал, «Какой бы болезненной ни была потеря Лори, я думаю, что арест его дочери был для Карла еще тяжелее». В ходе судебного разбирательства над Арентом выяснилось, что сотрудники полиции обнаружили на его компьютере 9 откровенных фотографий Рэйчел. Рассылка порнографии через интернет считается федеральным преступлением, и парень признал себя виновным и по этому пункту. Также при обыске были найдены письма Джейсона, в которых он подробно описывал свои сексуальные фантазии и просил свою девушку рассказать о том, чего хотелось бы ей. Однако Рэйчел не ответила на это письмо. В июне 2005 года Брайан Раддл признал себя виновным и был приговорен к 99 годам лишения свободы. Аранд, который не совершал убийства, получил 50 лет тюремного заключения. Суды над Рэйчел. Проведя почти год в тюрьме для несовершеннолетних на Аляске, Рэйчел предстала перед судом. Выступая на процессе, Джейсон рассказал, как Рэйчел просила его убить его мать. Он отметил, что девушка совсем не переживала и не сожалела, она больше была расстроена из-за сожженного минивэна, который рассчитывала унаследовать. Аронт отметил, что Рэйчел помогла им с Брайаном избавиться от отпечатков и следов обуви в ее доме. Защита пыталась представить настоящим преступником Джейсона, утверждая, что Именно он был организатором заговора, так как Лори запрещала ему встречаться с ее дочерью. Адвокаты утверждали, что допрос в полиции был неуместен, поскольку Рэйчел была слишком юна, чтобы полностью осознавать свои права, а также пытались представить девушку жертвой Арента, который отчаянно пытался сохранить сексуальную связь с ней. Защита объяснила и равнодушие Рэйчел к судьбе ее матери. Доктор Марти Бейер, клинический психолог, заявила, она думала, что жалобы Джейсона на отношение матери к ней просто попытка поделиться своими переживаниями. Психолог пояснила, что Рэйчел, возможно, до конца не осознавала последствия своих действий. «Подростки не могут думать, как взрослые», — сказала Марти. В заключение адвокат Рэйчел сообщил, что девочка никогда не хотела, чтобы ее мать умерла, и в доказательство предъявил письмо, написанное Лори, которое Рэйчел хранила в своей тумбочке. «Я хочу, чтобы мы были близки, и чтобы ты могла рассказывать нам все или просто болтать ни о чем», я хочу, чтобы ты поняла, как сильно тебя любят». Судья исключил из дела признание Рэйчел, заявив, что оно было получено под принуждением. В итоге присяжные не смогли прийти к единогласному вердикту 10 против 2. Судья вынужден был объявить судебное разбирательство неправильным. Рэйчел была освобождена под залог. Дон Мартелли старший, отец Лори, сказал, если бы она призналась и сказала, «Мне очень, очень жаль, что это произошло», этого никогда не должно было случиться, мне стало бы намного легче. Брат Лори сообщил, мне очень горько из-за этого, и я не знаю, смогу ли я простить ее. Повторное судебное разбирательство состоялось в 2011 году в Анкоридже. Его пришлось перенести из-за широкой огласки на юго-востоке Аляски. Джейсон Аренд отказался давать показания на повторном процессе. «Я занял свою позицию и буду ее придерживаться», — объявил он. Брайан Радл, напротив, согласился выступать свидетелем обвинения. Он пояснил, что никогда не говорил об убийстве с самой Рэйчел, а полагался только на слова Аренда о том, что девушка действительно желает смерти своей матери. Присяжным Брайан заявил, что согласился убить Лори лишь для того, чтобы та сама не убила свою дочь. По его словам, это укладывается в его моральный кодекс. Аренд сообщил Джейсону, что видел через веб-камеру, как Лори избивает дочь бейсбольной битой. Дела стали настолько плохи, что Рэйчел. Всерьез начала опасаться за свою жизнь. Поначалу девушка не хотела зла матери, но потом передумала, добавил он. Брайан был ошеломлен, ему казалось, что Рэйчел всегда была против насилия. Раддл и Аренд разрабатывали план убийства Уотерман. У них были разные идеи: поместить ее в пластиковый контейнер, наполнить его цементом и сбросить в море, использовать взрывчатку, инсценировать ДТП в пьяном виде или выстрелить в женщину. Ранним утром в воскресенье 14 ноября Арант высадил своего друга возле дома Уотерманов. Брайан проник в гараж через незапертое окно, затем разобрал дверцу для кошки в двери, соединяющей гараж и жилую часть дома, дотянулся до дверной ручки и отпер замок изнутри. «Не было бы проще с ключом», – спросил его адвокат защиты Стивен Уэллс. «Ведь у Рэйчел был ключ от дома, и она могла его передать». Радал согласился с этим, он признал, что ему нужны были и другие вещи. Он попросил у Арента схему дома, фотографии интерьера, чтобы проще было ориентироваться. И хотел заранее знать, в какой одежде будет Лори. Однако его друг забыл обо всем этом спросить у Рэйчел. Брайан продолжил рассказ о ночи убийства. После того, как ему удалось проникнуть внутрь дома, он прокрался к главной спальне на третьем этаже. Видимо, при этом он шумел, потому что Лори проснулась. Парню пришлось около часа или двух посидеть без движения в темноте, чтобы дождаться, пока женщина снова уснет. Когда он убедился, что Лори спит, Брайан подошел к ней, обернул ее голову полотенцем, чтобы заткнуть ей рот. Женщина проснулась и заплакала. Парень сказал, что не причинит ей вреда, если она будет делать то, что он говорит. Брайан заставил ее выпить почти целую бутылку вина, связал ей руки и ноги веревкой и изолентой, усадил в машину и отвез в глухое место, где попытался свернуть женщине шею чтобы это выглядело как последствия аварии. Там Брайана встретил Арент. По показаниям Радела, Джейсон во время нападения на Лори присел на корточки и сказал женщине, «Это для того, чтобы вы больше никогда не причиняли вреда своей дочери». Рэйчел слушала ужасающие подробности последних минут жизни ее матери и утирала слезы салфеткой. В момент описания убийства она выбежала из зала суда, по словам свидетелей, ее вырвало в туалете. Радл сказал, что у него не вышло свернуть шею Лори, и он просто перерезал ей горло. Однако женщина все еще была жива. Тогда парень закрыл ей лицо полотенцем, чтобы перекрыть доступ кислорода. У нее все еще был слабый пульс. Два друга решили выбрать другое место, где они могли бы оставить тело. Все равно травмы, которые Брайан нанес Лори, уже не выглядели как последствия аварии. Когда они остановились на новом месте, женщина уже была мертва. Парни решили облить тело бензином и поджечь его. Выступление Брайана в суде по делу Рэйчел длилось около пяти часов. На этот раз присяжные оправдали Рэйчел в намеренном убийстве, но признали ее виновной в убийстве по неосторожности. В июле 2011 года Уотерман приговорили к трем годам тюремного заключения. «Мы удовлетворены», — сказал окружной прокурор Стивен Уэст, я рад, что они согласны с тем, что Рэйчел Уотерман в какой-то степени ответственна за смерть своей матери. Адвокат девушки заявил, что присяжные оправдали Уотерман по шести из семи пунктов обвинения, и он планирует обжаловать приговор. Защитник охарактеризовал Рэйчел как действительно хорошую девушку, которой не повезло, и она попала в плохую компанию. Аронта он описал как манипулятивного психопатического убийцу. По мнению психиатров, психопаты обладают крайне эгоцентрическим мышлением. У них отсутствует эмпатия и эмоциональная привязанность. Они умело манипулируют людьми, лживы и агрессивны. Если они хотят чего-то, кто не анализирует последствия, а потому способны на рискованные действия, психопат действует, руководствуясь исключительно своими интересами. Он уверен в своей исключительности, и мнение окружающих ему безразлично. В стрессовой ситуации признаки расстройства проявляются сильнее, чем в спокойных условиях. Карл Уотерман сообщил, что он по-прежнему недоволен тем, что его дочь обвиняли в смерти его супруги и осудили. Мужчина сказал: «Одна из моих самых сильных эмоций сейчас». Это гнев из-за того, что Рэйчел пришлось проходить через это в течение шести лет, хотя ей вообще не следовало предъявлять никаких обвинений. В 2015 году девушка подавала апелляцию на том основании, что 16-летнего подростка нельзя было судить как взрослого – Однако апелляционный суд Аляски отклонил ее, заявив, что по законам штата обвиняемых, достигших 16-летнего возраста, можно судить в полной мере, если они совершили тяжкие преступления. Выйдя из тюрьмы, Рэйчел продолжила вести свой блог. Сейчас она публикует сообщения о различных заговорах, в том числе связанных с COVID-19. Если верить указанной в профиле информации, женщина живет во Флориде. Дорогие подписчики и гости канала, действительно ли Рэйчел оказалась жертвой взрослого психопата Джейсона, который не хотел расставаться с ней? Может быть, он по этой причине убил Лори, которая запрещала молодым людям встречаться? Или же Рэйчел сама хотела избавиться от матери и внушила мысль об убийстве Джейсону? Пишите ваши версии в комментариях.